Страх или любопытство? Любопытство. Жмурки или прятки? Прятки. Дракула или Фредди Крюгер? Дракула как-то аристократичнее. Сила или слабость? Сила. Сила в слабости. Слабость в силе. Сила. Бороться или адаптироваться? На самом деле адаптация, она бывает такая, как бы с борьбой, а бывает адаптация подстраивания. Вот. Поэтому адаптация лучше. И то, и другое можно реализовать. Чердак или подвал? Чердак сразу ассоциация как психическая, так что давайте чердак. Слабоумие или отвага? Ну, слабоумие я точно не буду выбирать. Осиновый кол или чеснок? Это мы к Дракуле начинаем как-то возвращаться. Ну, чеснок как-то функциональный, мне кажется, не знаю. А он и Дракула тоже? Он же? Или нет? А там еще был Крюгер, это вообще другое. Так, поехали дальше. Гром или ясное небо? Да, мне нравится гром. Гром гремит, земля трясется. Так. Ужас или триллер? Ну, наверное, триллер. Чего ужасы? Ужасы вон они все. Смотришь это кругом. А так, триллер, хотя какая-то разнообразие. Звонок или помощь зал? Нет, на фоне ужасов звонок ассоциируется с чем-то этим. В общем, сегодня был набор ассоциаций сложных и для меня нетипичных. Ну вот. Но помощь зала мне всегда поможет.